цель корректировки, вот срочной внеплановой корректировки бюджета вот в данном случае, можно понять? Цель, то, что в 2020 году нам необходимо в рамках национального проекта образования реализовать модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Данное финансирование возможно в виде грантов в форме субсидий и в виде персонифицированного финансирования в рамках муниципального задания бюджетного учреждения, которое имеется в нашей сети образования. Так как гранты предоставляются только по решению, есть определенная статья решения о бюджете, то такая внеплановая сессия была необходима для того, чтобы завести и реализовать эту модель персонифицированного финансирования. Данное перераспределение невозможно было, если бы мы не вышли на эту сессию, потому что здесь предоставляется субсидия в форме грантов, а субсидия – это каждая отдельная статья решения о бюджете. И бюджет сейчас мы корректируем тот, который был принят 5 октября. То есть то, что мы будем рассматривать завтра на комиссии и дальше в бюджет 2021-2023 года, это самостоятельный бюджет. Мы сейчас корректируем бюджет 2020 год, 2021-2022.